Еще раз обращаюсь к этому. Значит, где-то по телевизору во время, ну, допустим, «Доброе утро», первый или второй канал, а я вот беру пакетики, а привожу в деревню и это, использую как компост. Ну, как пакетики с пищевыми отходами. Ну, мне если человек это сказал, вот никто не понимает, что якобы где-то слышал, это все нельзя еще, запрещено якобы, может быть, в пользу тех, кто зарабатывает деньги, вывозя даже из деревни, вывозя мусор в импортных огромных мусорных машинах. Вот. Но я еще раз призываю всех, начиная с президента России, можно отвлечься немножко от этого, от боевых действий. Ну, сколько можно, ведь всю страну загадили. Ну, сейчас вот Абакан, опять сволка. Не было вчера, все завалено, и тут же стоит одному вывалить мусор. И тут же на другой день смотришь, там уже сотни этих выброшенных. Уже сотни людей выбрали. А еще попробуй. Пока борются тут, ну, показывали частный сектор. То есть там одно и та же дома. Ну, а это-то можно попросить. Ну, хорошо, не будет разлагаться стекло и не будет разлагаться пластмассовые бутылки. Все остальное можно. Консервные банки без остатка растворятся. Корродируют. Ну, бытовые отходы, бумага. Все, что берет голову. Тряпки. Все, что берет голову. А потом, как мы, вот эти несколько самых огромных деревьев, под ними вот такие кучи. Ну, как убедить кого? Ну, вот кого, чтобы вот этим природу спасали? И себе же, это же... Ну, как можно, когда покупают машину целыми самосвалами, КАМАЗами, по огромной цене, обыкновенную землю покупают? Во многих местах даже путней земли нет, где стоят дачи или частный сектор. Ну, так тогда бывает то самое. Между четырьмя деревьями вот такую кучу. С той стороны, стой. Все. На 20-30 лет не надо ничем, как у меня. Видели эти 12-метровые деревья? Вот так вот. Как это, чтобы кто-то с трибуны, с главной трибуны, пусть бы это был министр какой-нибудь экологии, пусть бы это был министр сельского хозяйства, президент Академии наук, ну почему им всем по барабану? Вот, оказывается, все, пропали. Нет денег, не будет строиться мусоросжигательный завод. Он так нужен в Абакане. В Абакане, когда один из самых грязных городов России, черный воздух, черные дни, не хватает мусора этого сжигательного завода, мало онкологии. Вот. А я простой пример. Ну как сделать, чтобы это все видели? А? Да я что, что-нибудь плохое предложил? Или, может быть, глупое? Или, может быть, что это, если бы миллион человек увидело, а лучше бы 10 миллионов, 23 миллиона дачников в России. Если бы они все, если бы им приказали выкопать эти ямы, и кроме стекла и пластика все сюда кидать, повлияло бы на состояние в стране или нет?